курицу, мясо, изюм и масло. И это не полный список. Продукты питания для больниц Могилева одно из местных предприятий закупал на протяжении нескольких лет по серой схеме через посредников. Схема закупок была проста. Скажем, курицу предприятие закупало у частной организации, которая перепродавала. Мясо птицы, приобретенное у 9 организаций, 5 из которых были производителями курятины, 4 нет. Оттого и цены разнились. Были случаи, когда курицу закупало предприятие на 10% дороже, чем предлагали прямые производители, а бывало и на 33%. Также закупалось для больницы подсолнечное масло и мясо, а вот изюм предприятие приобретало у индивидуального предпринимателя, а тот и у 4 импортеров. Порой, говорят проверяющие, этот сладкий сухофрукт фирме обходился в 2 раза дороже, чем если бы они закупали его напрямую. Цены на отдельные товары в 2 раза превышали стоимость их у производителей либо первых импортеров. Общая сумма необоснованно затраченных средств на приобретение продуктов питания в 2016 и 2017 годах составила более 40 тысяч рублей. В настоящее время материалы направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.